Актера Андрея Гориста задержали в Москве, у него нашли 167,5 грамма марихуаны. Пьяного актера задержали в Москве. Полицию вызвала его девушка, которой он в ссоре изрезал руку ножом. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. Накануне около 3 часов ночи Андрей Гориста отдыхал со своей 26-летней девушкой в квартире в Даниловском районе столицы. Общались, выпили, в какой-то момент стали ругаться. По словам девушки, в порыве гнева нетрезвый Горист схватил нож и порезал ей кисть. Возлюбленная актера испугалась за свою жизнь, выбежала из квартиры и позвонила в полицию. Прибывшие на место сотрудники обнаружили в квартире артиста 5 подозрительных упаковок с веществами. Как показала экспертиза, в 3 из них весом 167,5 грамма марихуаны. Актер не смог объяснить сотрудникам, откуда у него трава. Андрей Горист задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Ему грозит до 10 лет лишения свободы по второй части статьи. Сейчас артист под подпиской о невыезде.